В Ленинском суде рассматривают дело инспектора ДПС, которого обвиняют в нетрезвом вождении. Сотрудника полиции обнаружили спящим прямо за рулем автомобиля. На сегодняшнем заседании планировали допросить свидетелей, однако те почему-то в суд не явились. Как и сам обвиняемый, по уважительной причине, видимо, из-за большой любви к профессии. Согласно заявлению, в представленном суду находился на работе на Курском посту ДПС. Интересы инспектора представлял его защитник. Как сообщили в полиции сразу после инцидента, в случае, если будет установлено, что сотрудник управлял автомобилем пьяным, он будет уволен из органов внутренних дел. Правда, факт того, что инспектор именно вел автомобиль, а не просто спал в нем, необходимо еще доказать. Всех приветствую. Сегодня 11 число, 11 октября, время 17.04. Мы только что с зала судебного заседания. Рассматривалось дело по 12.8, часть 1 Кодекса административных правонарушений, то есть исправление состояния опьянения, действующим сотрудником полиции, который не так давно заснул за рулем пьяным. Есть свидетели, которые подтверждают, что факт управления был виден, к сожалению. Так вот, явились, это уже второе заседание, как выяснилось, и сам обвиняемый в правонарушении не явился, мотивируя тем, что он находится на службе, был его законный представитель. Хочу сказать, очень достойна его позиция, и вообще, я так понимаю, он профессионал, пообщавшись с ним. Хорошего выбрал Полухин себе представителя. Но не будем отвлекаться. Были вызваны свидетели. Свидетели, значит, сами сотрудники полиции, которые оформляли административный материал, и свидетель, который видел факт управления, который давал объяснение, не материал дела есть. Так вот, сами сотрудники, находясь на службе, в качестве свидетелей приехали сюда, чтобы дать объяснение. Но, к сожалению, сам Полухин не смог мотивировать тем, что он на службе. То есть, тем самым выразил неуважение к суду. То, что заседание переносится на другую дату в связи с заявленным ходатайством представителя. Будет изучена дополнительная видеозапись, которая предоставлена, и сотрудникам полиции, свидетелям, придется еще раз сюда вновь прибыть. Им, значит, без всяких проблем они могут забыть. А вот сотрудник Полухин очень надеется, в следующий раз именно здесь будет присутствовать. Хотя у него есть законное право здесь, чтобы представлять интересы именно представителя. Ну, пусть он проявит уважение и все-таки со службы приедет сюда. Дорогие друзья и просто неравнодушные граждане, скоро пройдет еще одно судебное заседание, в котором будет рассматриваться административное дело, возбужденное в отношении действующего сотрудника полиции, дорожно-патрульной службы Полухина. Так вот, мы приглашаем всех вас, кому не безразлична судьба Полухина. Судебное заседание пройдет 30 октября 2017 года в 10.30 утра. Иметь при себе паспорт и прийти, конечно, заблаговременно, потому что в 10.30 уже судебное заседание начинается. Проходить оно будет в городе Воронеж, Ленинский район, Мировой суд, судебный участок номер 6, по улице Станкевича, дом 36. Вход свободный, так как судебное заседание открытое. Я очень надеюсь, что мы увидим Полухина на этом заседании. И он все-таки проявит уважение к суду и придет. Так же, как пришли другие сотрудники полиции. И им придется еще раз прийти. Но они также на службе. Но они ходят, видите как. В общем, Полухин, мы ждем тебя на заседании. До встречи.